Здравствуйте. Я сижу в косметическом салоне. Смотрите, здесь можно чай попить. Здесь конфетки есть. Конфетки. Конфетки можно взять. Так что сейчас наслаждаться. Будут лицо. Мне так нравится, когда это. Людям некоторым не нравится, что. А мне нравится, когда мне волосы там укладывают, когда вот это лицо, там массаж. Я так особенно массаж так люблю, люди вообще массаж. Вот. Сижу в предвкушении. Ну, я, конечно, без косметики, без бровей, потому что все равно будут все снимать. Это зачем надо? Надеюсь, вам нравятся мои морские пейзажи. Еще у меня там, я еще не до конца, в конце еще очень красивые, да. Виды, конечно, очень красивые. Вот такой косметический салон. Вот тут всякие кремы. Там у них такая цена 200 евро. Ну вот, я решила в этом году как-то, ну, не делать инъекции. Ну, потому что сказали, что если их часто делаешь, потом там какой-то побочный эффект, и лицо начинает отекать. И что-то я так испугалась и решила делать аппаратную. Ну, потому что аппаратная, она более щадящая, и ее можно повторять каждые там 3 месяца, и там такого эффекта. Ну, я считаю, что... Как бы у меня еще, ну, более-менее нормальное лицо. Пока еще не так страшно, можно еще пока. Вот. И я вот еще заметила, что когда вот я стала делать... Смотрите, сколько у них там дипломов. Да, я стала делать вот эту вот зарядку. Вот так лицо. Это я где-то показывала вам. То это... То у меня как-то получше лицо стало. Ну, плюс еще мне... подарили столько кремов. Большое спасибо всем, кто мне крема подарили. Крема вообще все замечательные. Все на самом... Особенно белорусский крем. Очень хороший, на самом деле. Очень хороший крем. Смотрите, мне так почистили. Вот тут были жировики. Все жировики убрали. Неделю я приду, и мне сделают аппаратную вот это, ну, лифтинг сделают. Вот там, видите, биологикос генерасион, вот эту штуку сделают, не вот эту, видите. Блин, как я сейчас пойду такая... Капец. Вся прическа испортилась. Ну ладно. Смотрите, какой туалетик. Классно. Тут такие благовония. Тут гудит эта вытяжка. Тут такая красота. Как приятно себя любить. Да? Как приятно. О. Так повышается самооценка сразу. Ну вот, записалась. Следующее на мезотерапию аппаратную. Эрулоновой кислотой будут делать аппаратиком. Стоит 55 евро. Сейчас я заплатила 30 евро за чистку лица. В общем, я так довольна. Мне все почистили. Сделали массаж. До сюда массаж сделали. Вот так. Потом сделали масочку. Я там релаксировала, лежала. Так классно. Музыка, благовоние там. Тепло так. Такой стол, он так подогревается. Ну, вообще, конечно, женщины, тут так приятно, когда ты вот приходишь и так что-то над тобой колдуют, что-то делают. Массаж особенно. Мне так очень нравится массаж лица. Ну, в общем, она сказала... Thank you.
косметолог мне сказал, не буду показывать свое лицо. В общем, косметолог сказала, что будет немножко, ну, травмировано, потому что убирали там у меня вот эти жировики. И поэтому надо подождать, пока это подживет. И поэтому я на следующую неделю записалась. Как раз уже все подживет. Кстати, вот в этих домах тоже, вот я знаю, в этом доме была в двух квартирах. Тоже достаточно такие, ну, не сильно, конечно, не как там. Но тоже ничего, квартиры такие. Если что, тоже можно тут сыну поискать, посмотреть. Тут, кстати, у нас очень-очень много русских живет. Очень много. Вот там впереди парк, видите. Его даже парк Горького называют, из-за того, что там очень много наших русских. Вот. Это барчик. Кстати, Лёша у меня все время любит в этот бар ходить. У него тут много знакомых. Я особо бары не люблю. Ну, я не знаю. Мне кажется, это какая-то потеря времени сидеть в баре. Ну, нет, если бы, конечно, много бы было знакомых, то можно было. А так... Вон сидят там. Ой, надо бегом. Не буду их снимать. Блин. Тут надо сейчас идти осторожно снимать. Тут нашим не понравится, что я снимаю.